Всем привет! Меня зовут Юля. И я хочу рассказать вам историю. Это я и мой брат и сестра. Однажды утром, накануне Нового года, мы в ожидании подарков спустились в гостиную и обнаружили, что елки-то и нет, а значит и подарков. Но мы не растерялись. Мы отправились в лес за елкой. Шли мы, шли, а леса все нет. Вдруг встретили говорящего снеговика. Он указал нам направление. Наконец-то мы увидели большую ель. Такую нам не срубить. Вдруг из ветвей выскочила белка. За то, что мы не тронули ее елку, она подарила нам волшебную шишку, которая исполняла желание. И мы отправились дальше на поиски заветной елочки. Но вместо леса мы увидели одни пеньки. Бедный зайка поведал нам, что все елки люди вырубили перед Новым годом, и теперь у животных нет дома. Нам стало стыдно и жалко зверей, и мы поняли, как все исправить. Домой мы вернулись без елки, но довольные. А там нас ждал сюрприз. Живая елка в горшке. И письмо. Спасибо за наш дом. Люди, не рубите елки.